Нарушение правил. Усманов выходит за судьей, как за акулой. Ну, а как это? Как это, по-вашему, надо называть? Ну... 1-0. Ну, полное ощущение, что бил по вратарю. Хотя, вы знаете, очень многие пенальтисты, наоборот, говорят, что не надо никогда играть по вратарю, а в Реале уже подумал, что игра практически сделана. Давайте посмотрим еще раз. Вот Морено бросает мяч на Вьетто, тот обратно Морено, и Морено просто бьет. Вот он даже еще и кого-то мяч задел, но удар был хорош. Вот даже хорошо, что задел, потому что он до этого прыгал, а после касания мяча ноги защитника Реала он перестал прыгать и идеально катился под удар.